основном составе Рафаэль Маркес никак не может залечить травму. Не играл также Пуйоль, не сыграет он и в следующем матче против Бетиса. Главное для Барселоны, чтобы он к игре против Реала, разумеется, поправился. Довольно быстро Барселоне удается открыть счет. На второй минуте Савиола забивает свой 9-й мяч в чемпионате. Доволен Франк Райкард. Лучшего, наверное, начала матча и пожелать нельзя. Проход Франка Райцегера. Микаэля Райцегера, простите, по левому флангу. Хорошая передача, такой гол в стиле Депортиво. Но и очень грубую ошибку допустил здесь защитник Вальядолида Пабло Пас.